Время определяет ход истории, а история рассказывает о времени. Сегодня наш рассказ посвящается самой древней эпической форме зарождения и развития самосознания якутского народа – Аланхо. Этот героический эпос является ярчайшей гранью устного творчества народа Саха. В нем сохранена этническая самоидентификация, самобытная культура, родной язык, традиции, исконные нравственные обычаи и нормы морали. С Аланхо начинается якутская философия, жизнеутверждающая, ориентированная на созидание, на веру в добро и красоту. В нем синтезировано все лучшее, что было достигнуто духовной культурой народа. Аланхо как героический эпос является самым крупным жанром кульминации якутского фольклора. Изучение Аланхо началось с середины XIX века, но вот планомерное научное исследование началось все-таки с 1935 года, со дня образования Института языка и культуры при Совнаркоме Якутской ССР. Основателем является вот наш великий писатель, государственный деятель Платон Алексеевич Аюнский. Он является первым исследователем Аланхо в нашем институте и подготовил историко-этнографическую статью «Якутская сказка Аланхо. Ее сюжет и содержание». Также он является автором Аланхо, литературного Аланхо «Нюргун Баатур Стремительный». Платон Алексеевич Аюнский в юности был известным аланхосутом и вообще был страстным любителем и популяризатором Аланхо. Это увлечение со временем вылилось в большое литературное произведение под стать Илиаде. Кстати, старинный эпос Аланхо ученые так и называют «Северная Илиада» или «Якутская Одиссея». Такое сравнение вполне резонно, хотя сказания Аланхо были записаны сравнительно недавно. Они во многом напоминают мифы эллинов и других древних народов. Словом «Аланхо», означающим «то, что было», называется как весь эпос, так и его отдельные части песни, длиной от 10 до 40 тысяч строк. Самые длинные песни Аланхо, по преданию, сказители аланхосуты исполняли без перерыва 7 дней и 7 ночей. Для якутов Аланхо всегда было не только развлечением, но и способом познания мира. По просьбе духа хозяйки изначальной земли, почтенный Аан Алахчин Хотун, в средний мир спускаются с восьмиярусных белых небес верховным владыкой Юрюнг Аартайон для создания рода великого мальчик и девочка. Именует их Саха Саарын-Тайон и Сабыя-Баай-Хтун. Живет их род племя Аи на этой благодатной земле, плодясь и размножаясь, не зная нужды и бед. Меня интересует мифология Аланхо, потому что наше Аланхо очень архаичное, и в нем сохранились такие старинные мифологические мотивы, мотивы сотворения мира. Оказывается, наши аланхосуты были очень близки к научной картине мира. Да? Сначала был какой-то взрыв с маленькой планеты, или что-то взорвалось, и от этого произошла Вселенная. А Аланхо говорится, что мир произошел от маленькой точки размером вот ухо белки или вот оленя, да, и начала расширяться, увеличиваться. Вот это очень интересно. Почти каждое наследие есть люди, которые собирают с краеведа, да, и мы на них очень сильно опираемся, на их материалы, и вот с ними разговариваем, беседуем, и потом они куда-то нас направляют, и мы там идем с дедушками, бабушками, говорим, и по
крупицам, иногда по одному предложению. Собирая уникальные материалы буквально по крохам, в экспедициях научных сотрудников порой происходят загадочные и даже мистические совпадения, которые заставляют содрогнуться и задуматься о том, что ничего в этом мире не происходит случайно. И все события словно заранее запланированы некими высшими силами. У нас своей машины не было. И мы на дороге стояли и голосовали. Машина не останавливается, а вдруг останавливается один грузовик, один молодой человек. Ага. Он разговорились. Оказывается, его мама была в прошлом, она собирала про олонхасутов. И всю жизнь она посвятила вот собиранию, изданию вот каких-то олонхасутов. Олонхасут – это человек, исполняющий олонхо, обладающий навыком горлового пения, от природы наделенный талантом красноречия, артиста, способностью внушать людям представляемую себе картину событий и действий в мифологической форме. Олонхасут – это сказитель, рассказывающий эпосы происхождения якутов, былые времена, которые сыграли определенную роль в судьбе истории народа. Все знаменитые олонхасуты являются непревзойденными импровизаторами. В основном, конечно, исполняли мужчины, но были и женщины. Например, Дарья Андреевна Томская из Верхоянского улуса. Она знала очень много олонхо и исполняла. Да? Она наша современница была, умерла в 2008 году. А так в основном мужчины, потому что женщина все время занятая. С утра до ночи она должна кормить детей, там, доить коров и так далее. А мужчины, они, наверное, все-таки имели много времени дома. Во-первых, это кропотливый труд, да, действительно. И средний человек может изучить олонхо. Но если у него еще дар есть, тогда он станет великим олонхасутом. Да? Олонхо, она очень такое объемное произведение, средний размер 10-15 тысяч строк. И чтобы запомнить все это, да, наши олонхасуты использовали специальные приемы. Во-первых, это сюжетная структура. Да? Вот это сидит в голове модель и использует специальные формулы, клише. Вот. При описании, например, богатыря, при описании похода, при описании единоборства, вот эти специальные клише были, они очень помогали. Исполнение олонхо, якутского олонхо, оно без музыкального аккомпанемента. И повествовательную часть дают речитатива, а вот речи героев, они специальными песенными манерами. Песня богатыря, она другая, песня богатыря Аббаса другая, женщин совсем другие. Для каждого героя своя манера пения. Олонхо очень светлое произведение, да? Она призывает человека к добру, созиданию, что добро всегда побеждает зло. И очень семейный институт он очень пропагандирует. Цель богатырей на самом деле это создание семьи. Да? Надо спасти девушку от Аббаса и жениться на ней, и создать семью. В основном я исследую локальные традиции якутского героического эпоса, рассматриваю специфику их бытования, сюжетов и образов. Из образов олонхо меня интересует богатырь Нюргун, а также его жены, то есть девушки Алии. Они являются примером для современной молодежи, то есть они являются хранительницей очагов и верными супругами своих мужей. Мне запомнился один образ. Я подготовила олонхо Гаврила Васильевича Дуякова «Кызджура и Бухатыр». И там есть образ отверженного сына богатырки. Да? Он рождается во время драки своих родителей и рождается птицей, даже не человеком. Потом этот ребенок-птица едет специально, чтобы заново зародиться. Да? И этот образ напоминает нам, что надо
хорошо так воспитывать ребенка, в любви надо воспитывать, иначе ребенок очень страдает. Когда-то в каждом якутском селении жило несколько аланхасутов, помнивших наизусть многие тысячи строк аланхо. Знание сказаний передавалось по наследству, как и умение их исполнять. Профессия сказителя была сродни шаманской, но у него не было ни бубна, ни музыкальных инструментов, только голос, которым он владел так искусно, что его слушатели будто воочию видели перед собой древних героев. Самый любимый аланхо у меня – это аланхо Прокопья Прокопьевича Дзержинского «Беджаля Джировна Джерлет». Это аланхо у девушки-богатырки. Я вот это аланхо все прочитала, все почти некоторые даже места наизусть знаю. И это самое мое любимое аланхо. Герои этого аланхо мне стали как близкие люди. Я иногда даже в снах вижу некоторые вот эти персонажи. Мне приснилось, что я лечу над землей, да, и смотрю внизу, да, как бы сверху, да, и там все мои персонажи, вот, герои, да, все мои где-то дерутся опасы, где-то богатырка моя с мечом вот на своей летящей лошади. Аланхо же это очень сакральный текст, да, поэтому себе надо говорить, вот я вхожу, я вот читаю, вот вы меня простите, получаю их согласие. Потом только вот читаю вот этот текст. Я сама очень верующая в этих злых духов, светлых духов. Когда погружаешься в текст, действительно тебя уносит куда-то в этот эпический мир. И начинаешь уже абстрагироваться, ну, работать с этими как бы, образами, сюжетами. Действительно, аланхо рисует картину волшебного мира. Действие происходит в трех мирах – верхнем, среднем и нижнем. В середине мироздания находится Ал-Лукмас – мировое древо, корни которого уходят в нижний мир – приют темных враждебных сил. Крона растет в среднем мире, где живут люди, а ветви устремлены высоко в небо, где обитают божества верхнего мира. Такое триединство не случайно, ведь красочные сюжеты, монологи и пение содержат информацию из прошлого, настоящего и будущего. Все это проявляется через поучительные истории, волшебные советы или предсказания божеств-покровителей. Как известно, якутский героический эпос «Аланхо» – величайший памятник эпического наследия. Он уникален и своеобразен по архаичности своего содержания, богатству языка, по композиционным особенностям. Следует отметить, что в современной культурной традиции издание традиционных эпических текстов имеет важное просветительское значение. Еще в XIX-XX веках якутским фольклористам удалось зафиксировать тексты со слов известных в то время ланхасутов Николая Алексеевича Абрамова-Кынат, Дмитрия Михайловича Говорова, Семена Николаевича Каратаева-Дегаяр и многих других. Далее Сеген Иванович Бало, Андрей Андреевич Савин в 30-40-х годах объездили всю территорию нашей республики и собрали огромный материал по этнографии, по фольклору, ну, в том числе и по ланхо. И все эти материалы сейчас хранятся в рукописном отделе нашего института. С имени Георгия Устиновича Эргиса начинается целенаправленное научное издание «Аланхо». В 1947 году он подготовил академическое двуязычное издание «Нюргун Баатыр Стремительный» Константина Георгиевича Росина. Следующим ученым, который целенаправленно всю свою жизнь посвятил изучению аланхо, это Иннокентий Васильевич Пухов. Он на основе 68 текстов аланхо исследовал основные образы вот, якутского героического эпоса. Также он сравнил наше аланхо с саяно-алтайскими эпосами. А вот следующим нашим светилом является Николай Васильевич Емельянов. Мы его считаем аксакалом якутского эпосоведения.
он в начале 60-х годов вместе с Прокопием Елисеевичем Ефремовым собрали материалы по Олонхо в Нюрбинском улусе. Затем на основе всех записей Олонхо он составил сюжеты якутского героического эпоса. Вот это очень титанический труд. Он объединил, прочитал, все проработал. Около, ну, более 100 Олонхо. Прокопий Елисеевич Ефремов известен также как исследователем Долганского Олонхо. Один из старейших сотрудников сектора якутского фольклора Петр Никифорович Дмитриев собрал около 30 записей якутского героического эпоса Олонхо. Также он эти записи подготовил в виде книг. Идея издания архивных материалов возникла еще со времен Георгия Устиновича Эргиса. Он задумал академическую серию «Якутский Олонхо», и первый том успешно вышел. И затем в 80-е годы Николай Васильевич Емельянов написал план «Проспект Сахалон-Холоро». Это 10-томная серия была, и на якутском языке. В результате этого якутский эпос Олонхо был издан в таких академических сериях, как «Эпос народов СССР», это Олонхо «Строптивый кулон Колыстур» Иннокентия Гурьевича Теплоухова Тимофеева, опубликованное в 1985 году. Также Олонхо было издано в серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Здесь в рамках этой серии были изданы Олонхо Кыстывелия Николая Петровича Бурнашова в 1993 году и Олонхо Могучий Эрсоватох Василия Осиповича Каратаева, изданные в 1996 году. В секторе издаются серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», серия «Саха Баатурдара» – «Якутские богатыри». И вот в последнее время в связи с проведением сыхов Олонхо улусы начали активно проявлять интерес в издании своих Олонхо, своих земляков. Да? В целях унаследования такой доброй традиции 9 апреля 2001 года было подписано распоряжение вице-президента об издании республиканской книжной серии «Саха Баатурдара». Серия издается в 21 томах по территориальному принципу, то есть от каждого улуса должен быть представлен один наиболее популярный текст. Характер издания научный, язык якутский. В структуру издания входят, во-первых, вступительная статья, во-вторых, сам текст и, в-третьих, комментарии, где включаются словарь имен персонажей, мифологических образов, локусов, а также краткое содержание сюжета и объяснение непонятных диалектных слов. И вот целями данного издания являются, во-первых, сохранение эпического наследия народа саха, во-вторых, создание целостного представления об эпических традициях каждого региона, в-третьих, введение в научный оборот архивных текстов, которые малодоступны читателю, в-четвертых, ликвидация дефицитов учебных пособий по национальной культуре и, в-пятых, это популяризация национальной культуры народа саха. В прошлом году в рамках декады Олонхо состоялся форум, второй республиканский научно-практический форум под названием «Олонхо и Оланхасуты. Проблемы бытования и ревитализации в 21 веке», где обсуждались актуальные проблемы о сохранении и ревитализации эпической традиции в социокультурных условиях, рассматривались вопросы, касающиеся личности Оланхасута, возрождения эпической среды и правового регулирования эпического наследия. В этом году тоже проводится третий республиканский научно-практический форум «Десятилетие Оланхо. Результаты, перспективы развития сказительского искусства и архивации эпического наследия». Обнаружила, да, вот, что некоторые тексты, записи начали как бы очень плохо читаются. Их невозможно ни копировать, ни сканировать, еле-еле читаются. То есть наши вот архивные материалы уже начали терять свою, как бы, это физическую свое состояние, да, уже в плохом, плачевном состоянии.
Ну и наша задача заключается в спасении наших материалов по эпосу. Я работаю непосредственно с материалами, аудиовизуальными материалами сектора якутского фольклора. И вот 4 года тому назад как раз вот начали работу по оцифровке вот наших записей, которые вот хранятся на катушечных лентах магнитофонных. Ну, как вы понимаете, со временем эти ленты начинают устаревать, плюс к этому не у всех есть возможности работать на таких вот аппаратах, поэтому вот оцифровка является одним из самых неотъемлемых частей, наверное, вот в работе с материалами подобного рода. Основная тема Аланхо – это судьба эпического племени Аи Аймага, прародителей людей, установление счастливой и богатой жизни в среднем мире. Одна из главных черт Аланхо, как жанра, является его своеобразный историзм. Аланхо задумана и создана как история всего человеческого общества. Это уже 3-й год работаем по описанию, текстологическому описанию самозаписей Аланхо. В нашем архиве хранится тексты Аланхо, из них 25 текстов были сданы как самозаписи Аланхо. То есть это были Аланхо, которые сами Аланхосу своей рукой записывали и сдали в архив. Вот эти тексты Аланхо отличаются вот с архивных. Их текстологическую структуру мы изучаем уже 3-й год. И мы были в командировках Мегино-Кангаласский улус, Сунтарский улус, Нюрбинский и Усалданский, потому что об этих людях в архиве ничего нету. Кто они были? Их устанавливаем их личности. Кто они были? Они собиратели или они Аланхосуты? Вот. Ставим вот такие вопросы перед собой и изучаем. Подготовка текстов Аланхо очень серьезное дело. Это не просто взял да напечатал. Это надо сделать научный комментарий, текстологическое описание, текстологический анализ, изучить биографию этого Аланхосута и того, кто записал. Кто записал, это очень важно, потому что разные люди записывали. То, что профессиональный фольклорист записывал или просто любитель, учитель, да, записывал, это очень разные вещи. Аланхо и вправду творит чудеса. С его помощью можно перемещаться во времени и чувствовать дыхание предков. Не зря традиция Аланхо развивалась в условиях семьи. Это было и развлечением, и средством обучения. Познав Аланхо и прочувствовав атмосферу взаимопроникновения и взаимопонимания, человек начинает думать не только о себе, но и о судьбе своего народа, что в очередной раз говорит о значимости якутской философии.